На юго-восточном берегу острова Бунакен риф внезапно обрывается. Некоторые из этих вертикальных коралловых стен опускаются на глубину более 1000 метров. Эти коралловые стены являются домом не только для рифовых рыб, но и для одного из самых страшных хищников этого острова. Днем белую рифовую акулу можно найти прячущейся под выступами или в пещерах. В отличие от большинства акул, им не нужно двигаться, чтобы дышать, поэтому они могут лежать неподвижно часами. А ночью они охотятся. Группы акул прочесывают риф в поисках пищи. Их тонкие тела позволяют им протискиваться через трещины и находить самую труднодоступную добычу. Например, осьминогов, ракообразных и рифовых рыб, таких как мурены. Когда они замечают свою цель, они сделают все, чтобы не дать ей ускользнуть и загнать ее в угол.